Здравствуйте, я редактор проекта «Место происшествия» Михаил Вагин. И в данный момент я и мои коллеги готовим свежий выпуск нашей программы. Смотрите сегодня в выпуске. Ну что, денежные средства передавали? Да, иду. Потребовал денег за новый контракт. 80. Количество 80 купил по 5000 рублей. Сотрудники полиции задержали директора ЖКХ теплосети в ЗАТО Первомайске. Вставай на проезжую! Вставай на проезжую! Уехал с места ДТП. Я и говорю, яйца встать не могу. Руки за спину. За спину. Яйца встать не могу. За спину руку. Не могу. На улице Заводской пьяный бесправник на Ладе 8 модели уценил машину таксиста. Цепочка столкновений. Ой, нормально. На улице Московская автомобиль с камерой оказался участником тройного ДТП. Подробности этих и других происшествий смотрите сегодня на Первом городском канале. Не пропустите!